Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев с рабочей поездкой в Ставропольском крае. В Железноводске он проводит совещание с главами Северокавказского федерального округа по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции. А до этого глава Минсельхоза посетил Ставропольский аграрный университет. Он осмотрел передвижные учебные лаборатории вуза и ознакомился с его научными разработками, а также посетил выставку инвестиционных проектов и принял участие в открытии нового центра подготовки инженеров, который заработал при университете сегодня. Я вас всех хочу поблагодарить за ту работу, которую вы занимаетесь. У вас замечательные студенты, у вас очень серьезные, насколько я знаю, достижения и у студентов в части образовательной деятельности, и в научной деятельности университета крайне позитивные результаты. Вот я вас хочу всех с этим поздравить.